выделил из цикла HDD. Переношу я его вот в таком вот чехле от Sunlight, ювелирного магазина. Экспроприировал у супруги. Бархатный, легенький, хороший. Здесь у нас кабель, ну и сам жесткий диск. Значит, что хотелось бы сказать. Я уже активно им пользуюсь. Запись и чтение происходит очень быстро на нем. Единственное, что нужно знать при использовании данного жесткого диска. Установка его и извлечение только в безопасном режиме. Нужно производить. Я его подключаю к гнезду USB 3.0 для того, чтобы скорость передачи данных была намного быстрее. Итак, что же мы имеем? Подключается довольно-таки быстро. Определяется компьютером тоже хорошо. Вот. Здесь 1,81 терабайта. Вот. Я его отформатировал в антифатовской системе. Для меня так удобнее. Вот, 210 гигабайт уже занято моими данными на нем. В принципе, что я сделал? Я на него установил программу, которые мне нужны будут для работы. На него установил архив своих документов. На него установил архив фотографий, но видео много. Разной информации, полезной для работы и не только личного характера. В общем, все на нем посортировано лежит. Чем это удобно? То есть есть папка личная здесь, тут есть программы. И есть несколько программ, которыми я пользуюсь прямо с жесткого диска. Они работают довольно-таки быстро на любой системе, что здесь, что дома. Вот. Сам диск легкий, компактный, определяется быстро. Извлекать, как я уже говорил, лучше всего через безопасный режим. Производим извлечение. Далее по его, так сказать, габаритам останавливаться не будем. Их можно найти на сайте. Но остановимся на его компактности и мобильности. Сам диск у нас весит 131 грамм. С кабелем это у нас получается 154 грамма. И с вот таким вот чехольчиком, в котором я его транспортирую в своей сумке. Полностью его масса 158, ну, грубо говоря, 160 грамм. Это сравнимо с обычным среднестатистическим смартфоном. Конечно, это не SSD, но тем не менее его объем говорит сам за себя, и цена на порядок ниже. Поэтому если вы хотите сэкономить, не хотите покупать SSD, боитесь там, допустим, ресурса его, всего остального, ну, можете взять HDD диск. Единственное, в чем его как бы недостаток, это, во-первых, безопасное извлечение, но это касается также и твердотельных накопителей. И второй небезопасный момент, его нельзя шевелить. То есть во время работы, если его возьму и потрясу, могут появиться царапины от головок на самих дисках, а их там 4 штуки стоит. Вот. И поэтому как бы
Самое основное мы знаем. Во время того, как он выключен, ну то есть если я его сейчас отключаю в безопасном режиме, делаю извлечение, вот мне пишет, что оборудование может быть извлечено, в этот момент головки на нем уходят в безопасное положение, там становятся замочки специальные, и его можно транспортировать. Но опять же, желательно большой тряске там ударом не подвергать. Но, тем не менее, сейчас царапины оставить он фактически не может. Всем, кому было полезно данное видео, ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Далее я детально разберу в последующих видео скорость чтения записи, протестирую его на каких-нибудь больших тяжелых файлах, вот, и все тесты выложу в сеть. Всем пока!